Лол, красава, какая? Молодец. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Что? Всем привет, друзья, меня зовут Алекс. И это новая серия калибровки в CSGO. Именно в новом матчмейкинге. Вы поставили больше 7000 лайков. Ну и вы мне снова не дали отдохнуть. Как я обещал, сразу же его выпускаю. Ну и правила остаются абсолютно те же. Давайте сейчас наберем 6000 лайков. И я моментально публикую новый ролик. Проверь сам, если не веришь. И кстати, осталось меньше 5000 подписчиков до 300 000. Успей подписаться. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Кто не знает, в обычном матчмейкинге у меня Supreme. Не так давно у меня был Global. Ну и давайте проверим, какое звание тут настоящему Supreme в новом матчмейкинге. Там нету патруля и там много читеров. Проверим. Nice. Good job, man, good job. В конце этой карты скажу все-таки свое мнение, свой лайфхак, как и всегда. О май гад, мэн. Лол. Что я только что сделал, вы видели? Он просто меня в спину не убил. Повезло, реально повезло. Все нормально, затащили. Сколько у тебя калибровок уже? Три. Вот у меня тоже. Че тут? Че не открыл? Найс. Все. В общем-то, я снова дал минус 2. В принципе, не так уж и сложно. Нет, они, короче, пришли с ним. Фух, еле стащил. Намек на то, что я играю на волках. Ну, я же говорю, намек на то, что я играю с щитами. Они уже начали писать, что я играю с читами, и они просто дезморалили. Ну и эта катка уже была изи. Хорош. Ну все, они никакие, в принципе, наши соперники. Хорош. Ха, бывает и такое. Они идиоты, я тебе говорю. Просто, зачем мне было рашить этого с ножа? Он мог не с пистолета убить просто. Они меня обходят, а я их обхожу. Да что-то они нубы вообще жесткие. Ну все, спасибо за игру. В общем-то, эта катка была реально очень простая. Наши соперники играли очень плохо. И в этой катке ни у кого даже не было званий. Но дальше будет намного-намного интересней. И что же произойдет, вы узнаете дальше в ролике. Ну а насчет пару фишек, которые можно использовать на этой карте, я могу сказать, что тут АВП точно не нужно. Можно просто играть с ЕМПС по 90. Все довольно просто. Так, понятно. Ставлю ставки, что он где-то Big Star или Беркут. Ну, так, я так думаю. Да, да, он вроде хорошо играет. Молодец. Да, он там. О, понял. Три шорт. Накоцал? А, вижу. Или? Хорош. Минус один. Найс. Не знаю, девятка. Да. Ставлю. Даже киллов не оставляешь. GG. Хорошая катка была.
тоже выиграли. Прошлую катку мы выиграли, счет у меня был в принципе в плюсе, но чего-то жесткого такого не было. Так предупреждаю, в этой катке будет жесть полная и нереальный камбэк. И тут я узнаю, какой ранг я могу получить. На самом деле это реально жесть. Сейчас плотно. Фак. Да, это вам уже не силеры. У этих парней больше 3000 часов на аккаунтах. Фак, снова минус 50. Что за фигня? Короче, они пушат, я так понял. Минус 22. Минус 22. Что за невезение? Найс. Фу, еле затащил. Какое звание тут Суприму, реально? Потому что я сейчас играю, ну... Дропром может быть. Чуть ли не на полную. До флешки. Лонг. Обожаю 64-й тикрейт. Вы только посмотрите на это. Фак. Хорош. Дроп никак. Хорош. Один дроп сзади. Спрыгнул уже в дырях был, или слевее, или тут. Повторюсь, играли эти парни очень жестко, и за слабую сторону они нас выигрывали. Я уже думал, что это будет проигранная катка на самом деле. Прошел через смок, но... Нормально, красава. Тупо не залетает в этой катке чисто. Не знаю почему. Да, есть один лоб. Смотрит. С головой. Убил. Лонг раз. С головой еще. Две головы повесил. Крою. Он, походу, другом бежит. Хорор. Около двери. Хорор. Хорошо. Вот тут залетело. Лоу хп, ладно, 10. Хорош. Видишь, фух, это было пошло. Потно было на самом деле. Хорош. Найс! И после этого момента мы камбэкнули за слабую сторону. Это было очень жестко, и наши противники начали дезморалить, начали писать какую-то фигню в чат, начали сливать свое местоположение и так далее. Ну и дальше вы уже знаете, что случится. Пуша. Минус 27. Справа, да, был тут. Там стоит. Найс, красава, еще один раунд взять. Все, давай. Авик, может быть. Ну. Ластавик там. Да. Давай, или ничья, или победа. Следующий раунд был решающий. Смотрите, что у нас получилось. Фу. Жди, холдим. Лохом 4 говорит. Лол, красава, молодец. Спасибо за игру. Спасибо за игру.
На самом деле в этой катке у меня плохо залетало. Я не знаю, с чем это связано, но против нас попались реально жесткие парни. И у них ранги были даже бигстары. Вы только представьте, глобалам после калибровки дают 2 калаша, а у этих парней было по 3000 часов и бигстары. И я даже не знаю, какое звание дадут мне. Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ну и не забудьте, что после 6000 лайков я сразу же публикую новое видео, в котором вы узнаете, какое на самом деле мне дадут звание. Ну а я вам хочу сказать большое спасибо. Меня зовут Алекс, всем удачи и скорых встреч.